Для приготовления овощного салата с колбасой нам понадобится: копченая колбаса 400 грамм, помидоры 3 штуки, огурцы 4 штуки, пучок зеленого лука, пучок укропа, консервированная кукуруза 1 банка, соль пол чайной ложки, майонез 100 грамм. Мелко нарезаем колбасу. Помидоры и огурцы нарезаем мелкими кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук и укроп. Все складываем в большую емкость. Добавляем консервированную кукурузу. Соль и все перемешиваем. Добавляем майонез. Все перемешиваем. Готовый салат выкладываем в салатник. Можно этот салат подать к завтраку. Для этого жарим на растительном масле яйца. Выкладываем их на порционную тарелку. В тарелку порционно добавляем салат. Приятного аппетита!